Самара – настоящая находка для туриста. В областной столице десятки памятников, прекрасные парки и театры. В нашем городе есть что посмотреть, уверены жители. Ну, наверное, краеведческий музей, оперный театр, обязательно филармонию, конечно. Посоветовал бы, наверное, посетить музей Алабина, посмотреть потом, думаю, Парк Победы. Можно было бы тоже посмотреть. А также можно по нашей набережной прогуляться. Здесь очень красиво, на самом деле. В театр оперы и балета сходить обязательно. На Куйбышева площадь. Ну, можно и на Гагарина даже в парк. Чтобы гостям города было проще ориентироваться, уже сейчас устанавливают информационные указатели. В этом году в городе появится 50 таких табличек. Они разработаны в соответствии с рекомендациями Министерства культуры России. На каждом есть не только текст, но и специальный код. Если поднести к нему гаджет, он сразу загрузит интернет-сайт с информацией о конкретном памятнике. В настоящее время портал уже создан, портал GoSamara, который можно будет посмотреть, спланировать маршруты по территории города Самара. Данный портал будет многоязычным, он будет переводиться и также будет наполняться еще дополнительными сервисами, на которых можно будет забронировать гостиницу, купить билеты. Такие своеобразные туристические вехи-указатели – только первый этап подготовки. К чемпионату мира по футболу в Самаре будет создана целая система туристической навигации. Появятся мобильные гиды, указатели на английском языке, на фасадах домов и в общественном транспорте. Откроются информационные центры. Два уже появились – на железнодорожном вокзале и в аэропорту Курумыч. Еще два откроются на стадионе «Космос-арена». Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков. События.